Привет, интернет! За многовековой путь своего развития город Владимир донес до нашего времени множество исторических и художественных ценностей. Это один из интереснейших городов России, и сегодня мы посмотрим на его главный образ и символ. Это Золотые ворота. Вон они, кстати, вдалеке притаились. Золотые ворота – это самые парадные ворота города. Ипатьевская летопись сообщает, что князь их золотом учини, имея в виду, что они были покрыты листами золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников. К сожалению, ворота сохранились сильными перестройками. К древним частям сооружения относится широкая проездная арка с мощными боковыми пилонами и боевая площадка над ними, дошедшая фрагментарно. Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с наружной стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Сами ворота были по тому времени грандиозными и неприступными. Недаром, когда татаро-монголы обложили Владимир, они решили ворваться в город не через Золотые ворота, а южнее, прорвав оборону крепости стенобитными орудиями. Высота арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых петлях, примыкали к арочной перемычке, соединяющейся и ныне. Поверху этой перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой площадкой. От настила сохранились лишь гнезда для балок в кладке стен. В 1164 году строительство Золотых ворот было закончено. Помимо оборонительных целей, они имели также и триумфальный характер. Они оформляли парадный вход в самую богатую княжеско-боярскую часть города. Впоследствии владимирцы отмечали здесь торжественный въезд на великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского. Здесь они не раз провожали своих воинов на защиту Родины. Строили Золотые ворота княжеские мастера. Об этом свидетельствует княжеский знак, оставленный строителем на одном из белокаменных блоков. Стремясь придать городу неповторимый облик, Андрей Боголюбский и Золотые ворота соорудил по собственному плану, не подражая известным образцам в Киеве, Константинополе и Западной Европе. Постройка сложена в технике полубутовой кладки, широко распространившейся во Владимирско-Суздальском зодчестве. В 1778 году ворота горели во время Большого городского пожара. Несколько лет спустя, в связи с осуществлением новой регулярной планировки города, валы, примыкавшие к стенам Золотых ворот, были срыты для устройства проезда около них. Тем самым конструкции воротных опор были ослаблены, и встал вопрос о ремонте древнего сооружения.
В 1795 году был принят проект архитектора Чистякова, по которому по углам пилонов были пристроены контрфорсы, заключенные в круглые башни. Частые опустошительные пожары и нашествия врагов значительно исказили облик Золотых ворот. На одной из миниатюр лицевого летописного свода XVI века уже показано их разрушение. В 1641 году по указу царя Михаила Федоровича московский зодчий Антипа Константинов составил смету на их починку, но восстановительные работы были начаты только в конце 17 века. В это же время были переложены заново из старого камня своды ворот, а на них возведена новая церковь из кирпича, освященная в 1810 году. В таком виде Золотые ворота и дошли до настоящего времени, хотя с начала 19 века неоднократно предпринимались попытки восстановить их в первоначальных формах. В экспозицию Золотых ворот, размещенную в бывшей надвратной церкви, можно попасть через левую башню со стороны Большой Московской улицы по крутой и высокой лестнице. Экспозиция посвящена славе российского оружия. Самое интересное – это диорама «Штурм Владимира войском хана Батыя 7 февраля 1238 года». Здесь же есть экспонаты времен Смуты и русско-турецкой войны, оружие, знамена, документы и многое другое. Всего в древнем городе Владимире было 5 наружных ворот и 2 внутренних. С востока в город вели Серебряные ворота, с севера – Иринины или Оринины, от реки Лыбедь – Медные, от Клязьмы – Волжские. До наших дней дошли только Золотые, главные, расположенные по образцу Золотых ворот Киева, как считается, с западной стороны города. Сооружение Андреем Боголюбским Золотых ворот закрепило за ними значение композиционного центра западной панорамы города. Золотые ворота представляют собой редчайший образец средневекового военно-инженерного искусства. Золотыми воротами, как проездом в город, пользовались вплоть до 18 века. Существует даже легенда, что в арке застряла карета Екатерины II, но даже очень вспыльчивая императрица не посягнула на древнее сооружение, приказав просто срыть часть валов и устроить дорогу в объезд башни. Когда мы выезжали из Золотых ворот без чужих, солнце, до тех пор закрытое облаками, ослепительно осветило нас последними ярко-красными лучами, да так торжественно и радостно, что мы сказали в одно слово: «Вот наш провожатый». Какие светлые безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в 3 комнаты у Золотых ворот. Thank you.
называемые «золотые», сделанные из белого камня великим князем Андреем Георгиевичем Боголюбовым, внуком Владимира Мономаха, отменной архитектуры, на коих воротах и церковь, и как соборная церковь, так и оные ворота, требуют починки. А если в скорости починены оные не будут, то содержательно, что оная древность совсем в забвение придет. Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Как они тут жили? Что тут делалось? Кто может теперь это рассказать? Иван Васильевич осмотрел золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел к церкви. Сперва к Дмитриевской, где помолился усердно, поклонился праху князей, но могилы остались для него закрыты и немы. Он вышел из собора с тяжелою думою,
с тяжким сомнением. На площади томился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками, в гостином дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих. Из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами. В каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что они все его дразнят. Он понял тогда, или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силой переделать нельзя. Он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за 2 гривны, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где мало следов и памятников, там в особенности, где нравы изменяются и отрезывают историю на 2 половины. Прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых. Такая вот грустная истина.